Некстер Пен то, Некстер П это, Некстер П то, все пятое, десятое, и по итогу все будет, знаете ли, ну, типа, весело, круто и задорно, потому что мои подписчики, они также мои друзья, скажи, сделаешь ли ты ролик, там, сделаешь ли ты то, все пятое, десятое, но, ну, как-то каких-то анонсов не было от Некстер П, то есть человек даже не задумывается, что это может быть какой-то фейк. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вот в последнее время все крутится вокруг мистера Аллена. Мистер Аллен сделал карту на Барвиху, мистер Аллен сделал то, мистер Аллен сказал это, и данный ролик, ну, наверное, это исключение, да, потому что, ну, он просто начинается так же, как он начался у того же самого мистера Аллена, а все остальное в данном видеоролике, оно будет, знаете ли, отличаться, потому что, ну, вот как можно записать такой интересный, такой воодушевляющий, такой просто захватывающий все воображение ролик в 3 минуты? Я просто не понимаю этих людей, ну как, блять, ну где эмоции, где какой-то рассказ, где какие-то сопереживания, где какие-то прочие вещи, где все это, почему у вас вот этого вот всего нет, почему вот вы как будто бы вот вам надо просто там сценарий написали, вот так вот, на Некстер Пен то, Некстер П это, Некстер П то, все пятое, десятое, и все, и выложили все это на YouTube, там сделали какую-то превьюшку такую низкополигональную, низкокачественную, низко вот это вот все прочее, и все, то есть где вот это вот, ну где просто вкладывание во все это, я не понимаю. Однако, ладно. В общем-то, как все было? Сижу я такой, сижу. И тут мне мой дорогой подписчик, мой дорогой друг, потому что мои подписчики, они, знаете, все мои друзья, они все моя семья. Я думаю, что если мы где-нибудь там, знаете, соберемся, может быть, в Казани, может быть, я не знаю, в Москве, в Санкт-Петербурге, может быть, там, я не знаю, мы сходим, попьем чай, там, я не знаю, посидим, может быть, сделаем прочие вещи, и по итогу все будет, знаете ли, ну, типа, весело, круто и задорно. Потому что мои подписчики, они также мои друзья. Даже если в числе моих подписчиков есть какие-то очень такие, знаете, тупые люди, если есть вот некоторые прочие люди, все равно, я считаю, что в семье, ну, то есть, не может быть каких-то тупых людей, каких-то людей, которые тебе, возможно, не нравятся. Поэтому вот, если вы тупой, если вы дебил, если вы, как бы, ну, вам не нравится то, что я делаю, то отпишитесь. Мне в семье такие люди, знаете ли, не нужны. А если вы хотите в семью, то подписывайтесь. Возможно, я потом создам семью на Arizona RP, возможно, сделаю прочие вещи, но вы об этом не узнаете, если вы не подпишетесь, правильно? Правильно. Так вот, он мне скинул, говорит, вот, тема для ролика, ну как тебе, оцени, ну скажи, как там, что у тебя будет, скажи, сделаешь ли ты ролик, там, сделаешь ли ты то, все пятое, десятое. Я его поблагодарил, зашел в группу ВКонтакте данного проекта, данного сервера, и начал смотреть. Разумеется, там есть вот эти вот все скриншоты, все какие-то вот эти вот прочие вещи. Мне на данный момент это не интересно, потому что, ну какой в этом во всем смысл? То есть, там сейчас все пишут, кто от мистера А, кто там от тех, кто там от прочих людей, и типа, на самом деле, ну, все выглядит достаточно подозрительно, потому что, ну, типа, ну как-то каких-то анонсов не было от Некстер П, то есть человек даже не задумывается, что это может быть какой-то фейк по типу мистера Аллена и все прочее, однако, ну, почему бы и нет, да, то есть я просто ставлю под сомнение то, что это реально Некстер П, то, что это реально вот вся эта группа, я не буду проводить какое-то детальное расследование, зачем, мистер Аллен забил хуй, а если даже вот гуру всех этих мобильных новостей, всех этих мобильных каких-то, я там не знаю, происшествий, даже если он забил хуй и даже как-то под сомнение все это не поставил, то что там Некстер П, так ли он, не так, тут я даже пытаться не буду, я просто скажу, что вполне возможно, это фейк, не настоящий, да и вообще нахуй никому не надо. Вообще, как было изначально, на мобилку перешли самбовские сервера, там, знаете, переход был такой, сякой, сначала просто появились, знаете, серваки, потом их начали переносить на мобилку, потом появились КРМП сервера, их там тоже то перенесли, то ли там открыли какие-то новые проекты, сделали дочерние проекты, как, допустим, сейчас хочет делать Diamond RP со своим вот этим вот всем Brilliant RP в КРМП. И вот сейчас появляются МТА проекты на телефон. Лично я не понимаю, как будут подгружаться все эти, знаете, модельки, как там все эти карты, вот у них там просто, блять, миллиардные, большие, просто какие-то невъебенно охуительные карты, как они там все будут вот, то есть, уживаться-то на всем этом мобилке, на всем этом телефоне. Бывает иногда, что на компьютере оно все лагает, а тут, блять, на телефоне, там, знаете, у многих Xiaomi, которые там браузер-то или там
какое-нибудь приложение ВКонтакте, еле-еле тянут, а тут-то целая, блять, игра, целая, блять, какая-то 3D-карта, которая там воспроизводилась с нуля, разумеется, текстуры будут ужаты, все будет ужато до максимума, можно будет, я уверен, там, знаете, поставить какие-нибудь низкие настройки, какая-нибудь сборка будет с сжатыми текстурами, и, разумеется, типа, ну, я думаю, что люди смогут поиграть. Тем не менее, оно все, ну, вот как-то мне слабо во все это верится, потому что и скриншоты какие-то непонятно какие, и в целом, там, я не знаю, посты написаны, ну, так себе, да и аватарка сообщества, типа, ну, какая-то на отъебись поставлена, на отъебись сделана, зная NextRP, зная то, как они подходят к своей вот этой вот всей таргетированной рекламе, зная то, как они там все это делают, но это какая-то полная хуйня, и я в это особо сильно не верю. Однако вы можете оставить свое мнение по поводу NextRP на телефон в комментариях, и также по поводу, там, я не знаю, NextRP на Android в комментариях, и также по поводу NextRP KRMP на Android в комментариях оставить комментарий. А я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все мои прочие вещи, они будут в описании данного видеоролика, там же в описании будет ссылочка на мой телеграм-канал, заходите туда, ознакомьтесь со всей информацией, увидимся тут же завтра, ну, не сказать, что в 20.00, возможно, попозже, возможно, пораньше, я не знаю, заходите и воспроизводите все эти вещи, регистрируйтесь, оставляйте комментарии, прочие вещи делайте, до свидания.